У Гомелі пройшов майстер-клас по рекламному дизайну для школьников и молоді с порушеннями слиху. Гэты социальный проект закликаний допомогти им визначиться с профессией и будущим працеулаткованням. Сустреча собрала каля 20 удельников. Гэта навученцы спеціальної агульноадукаційної школи номер 70 и вихованцы Центра инклюзивной культуры. У ходе майстер-класса яны доведаліся про сучасные тенденции у рекламном дизайне, принципы створения рекламной продукции и работу рекламного дизайна. Молодые люди смогли проверить и замацевать отриманные веды на практике. До речи, тематику майстер-класса «Графичный дизайн» выбрали сами удельники с допомогой анкетования. А допомогли у реализации проекта «Компьютерная академия» и областная организация Белорусского союза жанчин. Наша школа, в которой учатся дети с нарушением слуха, единственная в городе Гомеле. И совместно с Галиной Михайловной Пашет возникла такая идея, как же наши дети будут в дальнейшем устраиваться в жизни. Ведь школу обучения они проходят, а какие дальнейшие перспективы обучения, здесь возникает у нас вопрос. И самое главное для школы, что наши дети будут трудоустроены, что наши дети получат профессию. И родители будут рады, и педагоги, и наш труд не будет бесценен. Таким чином, установи культуры, адукации, бизнесу и громадская организация объединили свои намагания, как допомогти людям с обмежеванными магчимостями. Отриманные веды школьники смогут выкористать, например, в конкурсе на лепшее оформление класса. Занятки будут протягиваться и в дальнейшем. Тем часом Союз жанчин рыхтует еще один проект для девчин с порушениями слыху – курсы цирульницкого майстерства.